Мендут, дорогие земляки, жители Калмыкии. В очередной раз перед вами я, Валерий Антонович Бадмаев, главный редактор газеты «Современная Калмыкия», кандидат в депутаты Государственной Думы 8-го созыва. Выборы, как известно, пройдут в этом году 17, 18, 19 сентября. Я, как самовыдвиженец, как человек, не состоящий ни в одной партии, в настоящее время вместе со своими соратниками собираю подписи избирателей для того, чтобы избирательная комиссия республики меня зарегистрировала. В предыдущих своих выступлениях я обращался к вам, к моим знакомым, к моим друзьям, к моим соратникам, к тем, кто меня знает, для того, чтобы вы все приняли активное участие в сборе подписей, в том, чтобы ваши друзья, товарищи, родственники пришли и подписали мои подписные листы. В настоящее время закончился 10-й день сбора подписей. Из 1004 подписных листов, которые я заказал, раздано порядка 1200. То есть осталось еще где-то 200 листов, которые мы не раздали. При этом подписи собирают практически по всей республике, за исключением 3 или 4 районов. Естественно, сбор идет подписей в Элисте. Тем не менее, я обращаюсь опять ко всем, особенно к тем, кто принимал активное участие в митингах 2019 года, кто поддерживает нас, мою газету, мою правозащитную деятельность, кто знает меня. Примите активное участие как в сборе подписей, так и непосредственно в подписании моих подписных листов. Я очень хочу, чтобы вы все мне помогли, именно те, кто меня знает, кто мне доверяет, кто с уважением относится к прошедшему съезду Айрат-Калмыцкого народа. Вот. Вы знаете, что наши цели состоят в том, чтобы Калмыкия вернула, наконец, подлинную государственность, чтобы в Калмыкии действовала нормальная, работоспособная и честная власть. И вот выборы в Государственную Думу, выдвижение таких независимых кандидатов, как я, покажет, насколько наше общество готово проявить свой дух, насколько наше общество готово противостоять беззаконию и произволу со стороны чиновников и ныне существующей власти. Дело даже не во мне, а дело в нас всех. Мы, наконец, должны показать, что можем выдвигать людей беспартийных, не связанных никакими обязательствами перед партиями, людей, способных даже в российском парламенте отстаивать достоинства и интересы нашей республики. Вот. Ну а сейчас хочу сказать, что все-таки у меня есть надежда, что мы соберем искомое количество подписей. Соберем, естественно, с вашей поддержкой. Спасибо за внимание. Ну и я хочу сказать, что подписывайтесь, что вы хотите, лайк, подписывайтесь.